Звание «Самый читающий школьник» в Чувашии досталось Евгении Михайловой из деревни Кармамеи Канашского района. Девочка участвовала во всероссийском конкурсе, организованном Почтой России в рамках Года литературы, и заняла 5-е место среди читающих школьников всей страны. Евгения Михайлова ей всего 8 лет. За учебный год она прочла почти 500 произведений. Любовь к книгам зародилась с тех пор, как девочка научилась читать. Сейчас Женя – постоянный посетитель Центральной детской библиотеки Канаша. Женя ходит практически каждый день, через день заходит к нам в библиотеку, ну, берет где-то по 6, там, по 7 книг. Почему говорю по 6, по 7? Даже больше бывает, потому что она берет тоненькие книжки. Они же в начальные классы, они толстые книги берут редко, в основном берут тоненькие. А тоненьких книг прочитать можно много. Тем более Женечка, когда пошла в школу, она читать уже умела. Поэтому, я думаю, для нее это была не проблема прочитать такое количество книг. Она же не рассчитывала, что будет участвовать в конкурсе. Она просто читала для себя. Евгения по-настоящему любит и ценит книги. Рассказывает о том, что узнала нового своим одноклассникам. Учителя отмечают, остальные дети тоже стали больше читать. Кроме того, что она сама очень хорошо посещала библиотеку, она увлекла этим полезным занятием и других детей в классе. И буквально как прям вожак такой водила всех детей. И они вслед за ней шли и брали книги, и до сих пор остаются активными читателями детской библиотеки. Как признается Евгения, чтение помогает ей не только хорошо учиться в школе, интересно проводить свободное время, но и воспитывать маленькую племянницу. Она читает ей сказки, поет песни, с которыми познакомилась на страницах детских изданий. Если делают, все сразу ей соску засовывают в рот. А мы болтаем, с погремушкой играем. Через книги можно многое узнать. Некоторые книги мне уже помогали в жизни. В этом учебном году юная читательница поставила цель – прочитать еще больше книг. Впереди столько увлекательных историй, невероятных приключений и незабываемых впечатлений. Алена Алтухова, Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика.